Ну что, друзья, пришло время посмотреть нашего маленького пупсика. Развязываем его, и внутри нас ждет большой сюрприз. Та-да-да-дам! Вот такой вот малыш, очень симпатичный, с одним маленьким секретиком. Сейчас вы его увидите, что это за секрет. А вот и секретик. Вот такая маленькая пипка у малыша. Вот такая пипка. В общем, симпатичный такой ребеночек. Теперь снимаем шапочку. И пам! Вот такой вот еще у него чубчик. Хочется покачать на ручках. Вы тоже, друзья, можете сшить такое чудо себе. Урок на сайте evadolls.com.